Сложностью 5,6 она была второй в квалификации. Ну, коль уж была второй, значит, неплохо выступила. Должна. Свин задний углом. Да, это уже вот и чувствуется, что у нее все-таки трудность повыше. Как вы говорили, первый элемент сделай сам себе. Ну, так, вот это повы. И расстояние винта. Конечно, это же похоже, она так солидно идет. Так, это 720. Как хвостиком махнула, попытаясь кольцо такое какое-то у нее было. Прыжок интересный. Серия гимнастическая. Акробатику сделала, гимнастическую серию сделала. Теперь соединение надо гимнастики с акробатикой. И еще претензии такие, как акробатическая серия, содержащая два сальто. Она это все выполняет. Она как бы не выкрепшит, и уже гимнастка знает, что надо, чтобы ответить на все вопросы. Вот так вот, простенько со вкусом, зачем ты топталась? Я говорю, когда клюки, они так сосредотачивают внимание, вот, по-моему, даже уже... Да, требовали. Да, это 1060 градусов. Сколько тогда? 1080 градусов. И два угла. Ну вот и закончила тем, с чего начинала венгерская девочка.